Первая книга Паралипоменон, глава 6. Сыновья Левия Герсон, Кааф и Мерари, сыновья Каафа, Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама, Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона, Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Елиазар родил Финиеса, Финиес родил Авишуя, Авишуй родил Буккия, Буккий родил Озию, Озия родил Захарию, Захария родил Мераиофа, Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанана. Иоанан родил Азарию. Это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. И родил Азария Амарию. Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока. Садок родил Селума. Селум родил Хелкию. Хелкия родил Азарию. Азария родил Сераию. Сирая родил Иосидека. Иосидек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукою Навуходоносора. Итак, сыновья Левия — Герсон, Кааф и Мерари. Вот имена сыновей Герсоновых — Ливни и Шемей, сыновья Каафа — Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил, сыновья Мерари — Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их. У Герсона Ливни, сын его, Иохав, сын его, Зимма, сын его, Иоах, сын его, Иддо, сын его, Зерах, сын его, Иофрай, сын его. Сыновья Каафа, Аминадав, сын его, Корей, сын его, Асир, сын его, Елкана, сын его, Евиасав, сын его, Асир, сын его, Тухав, сын его, Уриил, сын его, Узия, сын его, Саул, сын его. Сыновья Елканы, Амасай и Ахимов. Елкана, сын его, Цофай, сын его, Нахав, сын его, Илиаф, сын его, Иерохам, сын его, Елкана, сын его. Сыновья Самуила, первенец Иоиль, второй Авия. Сыновья Мерари, Махли, Ливни, сын его. Шемей, сын его. Уза, сын его. Шива, сын его. Хаггия, сын его. Асия, сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинией собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились сыновьями своими, из сыновей Каафовых, Еман, певец, сын Иоиля, сын Самуила, сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Туаха, сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасия, сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании, сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля. И брат его Асав, стоявший на правой стороне его, Асав, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваасии, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия, сын Иохафа, сын Герсона, сын Левия. А из сыновей Мерари, братьев их, на левой стороне, Ефан, сын Кишия,
сын Авдия, сын Маллуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божьем. Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона: Елиазар, сын его, Финиес, сын его, Авиуд, сын его, Букки, сын его, Уззи, сын его, Захария, сын его, Мераев, сын его, Амария, сын его, Ахитув, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилища их, поселением их, в пределах их. Сыновья Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им. Дали сыновья Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон земле Иудиной и предместье его вокруг его. Поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонину. Сыновьям Аарона дали также города-убежищ Хеврон и Ливну с их предместьями, и Аттир и Ештемоа и предместье его, и Хелен и предместье его, Давир и предместье его, и Ашан и предместье его, Вевсамис и предместье его, а от колена Вениаминова Геву и предместье его, и Аллемов и предместье его, и Анафов и предместье его, всех городов их, в племенах их 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейств этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колен Манассиина. Сыновьям Герсона, по племенам их, от колена Иссахарова, от колена Асирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассиина в Асане дано 13 городов. Сыновьям Мерари, по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребию 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых, те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова, и дали им города-убежищ: Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер и предместье его, и Иокмиам и предместье его, и Бев-Орон и предместье его, и Аналон и предместье его, и Гафримон и предместье его. От половины колена Манассиина Анер и предместье его, Белиам и предместье его. Это по колению остальных сыновей Каафовых. Сыновьям Герсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васане и предместье его, и Аштаров и предместье его. От колена Иссахарова Кедес и предместье его, Даврав и предместье его, и Рамов и предместье его, и Анем и предместье его. От колена Асирова Машал и предместье его, и Авдон и предместье его, и Хукок и предместье его, и Рехов и предместье его. От колена Нефалимова Кедес в Галилее и предместье его, и Хаммон и предместье его, и Кириафаим и предместье его. А прочим сыновьям Мирариным от колена Завулонова Риммон и предместье его, Фавор и предместье его, по ту сторону Иордана против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова дали Восор в пустыне
и предместье его, и Иаацу, и предместье его, и Кедемов, и предместье его, и Мефаав, и предместье его, от колена Гадова, Рамов, Калаади, и предместье его, и Мех, и Маханаим, и предместье его, и Есивон, и предместье его, и Иозер, и предместье его.